Привет, давай знакомиться. Меня зовут Кристина, мне 27 лет, я волейболистка. 2 недели назад я получила травму на игре. Разрыв передней крестообразной связки. Ничего особенного, ничего страшного и ничего удивительного. Довольно распространенная травма для спортсменов. Вещание из больницы Первой городской. Наложили гипс. Сейчас съездим, заберем костыли. И домой. Завтра уже будет все известно. Завтра МРТ. Короче говоря, дневник этот, суть его состоит в том, чтобы взглянуть на реабилитацию после этой травмы глазами волейболиста, волейболистки в данном случае. Планирую позадавать вопросы доктору, который будет меня оперировать. Планирую снимать каждый день упражнения, которые буду делать в реабилитационном центре. Планирую пообщаться с девочками, которые получили травму, которые восстанавливаются и дальше играют, которые уже после травмы сколько лет играют и как они себя чувствуют. В общем, все это узнать, копнуть поглубже и рассказать вам. Вдруг кому-то эта информация пригодится. Операция назначена на 10 марта, город Самара, оперирующий врач Третьяков Василий Борисович. С ним я вас познакомлю. Восстанавливаться планирую в Алмате, в центре спорт Recovery. Very-very. Там уже восстанавливаются 2 волейболистки с команды ЖСУ. У них обалденный прогресс, они прекрасно себя чувствуют. И уже скоро, я думаю, вернуться на площадку. Чего я себе желаю?